Приветствуем посетителей сайта artshop.ru.com, а также любителей русских народных промыслов. У нас появилась уникальная, значит, товарная позиция. Это фарфоровый кувшин с хохломской авторской росписью. Сделан он был в Нижегородской области, то есть расписан непосредственно, а форма у него фарфоровая. Вот он внутри вот так вот смотрится. Роспись художественная, в технологии хохломы, с эффектом золочения. Поверхность абсолютно гладкая, лакированная. Его можно мыть. Мыть в посудомоечной машине. Использовать под молоко, холодный квас, соки, морсы. Наливать туда что угодно. Также он хорошо сочетается с другой хохломской посудой. Посмотрите, вы можете собрать целый сервиз, целый комплект. Здесь и баночки, и подносы, и ложки. Все, что вы не... тут не соедините, так сказать, он все равно будет смотреться гармонично и красиво. Отличный подарок в русском народном стиле. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, жмите колокольчик.